Ребята, всем привет, с вами Александр, Мир Юрского периода. Я тут только что, уже второй день делаю одно интересное видео, которое выйдет в субботу. В общем-то, сравнение двух существ. Да, в общем-то, по этому поводу мне что-то захотелось посражаться трицератопсом, например. И у нас будет такая классическая трицератопс, лимноселис трицератопс. Это, в общем-то, самые первые существа, которые появились, да. Маюнгазавр, трицератопс, амфибия, первая была лимноселис. А какой был первый птерыч? Может, таланка, короче, ну что-то такое. В общем-то, давайте. Протестим это дело, они очень похожи, смотрите, 274 на 70 и 266 на 68. Ну, давайте попробуем пободаться. Так, 70, 65. Два хищника, это, конечно, для нас bad. Not so bad, but very bad. Так, ну что. Он за два, кстати, меня сейчас пробьет. Да. Не очень прикольно получилось. У него атака 60 с чем-то, то есть не сильная. Так что, думаю, мы переживем это. Давай, глиптодончик, колобок кайнозойского периода. Колобок кайнозойского периода, как вам? Проатаковал на 2. И 7 у 3, 21. То есть я его не пробью. Но мне нужно собирать баллов. Побольше баллов. Ну, трицератопс выглядит божественно. Божественный трицератопс. Давай, колобок. Атака на все 3. И 1 на 1. 1 хелс. Дважды божественный трицератопс. Блин, как он это хрюкает, смешно. Как будто бы он горло полощет. Ну все, это победа, ребята. Это победушка. Какой ротастый у нас монолофозавр. Так пасть открывает широко, прям как Индоминус Рекс. Вроде бы в него гены гадюки или гремучей змеи внедрили. Так, ну это атака на 7. Супер удар от Лимноселиса. Сколько лет мы не видели его у меня на канале. Это да. Прикольный. Прикольный лимноселис. Так. Так, что нам тут попадется? Кусок мяса. Отлично. Ладно, давайте теперь еще пойдем сюда же. У нас там есть еще и турнир один, который, в принципе, тоже нужно выполнять. Ну, мы так по классике пошли, давайте тогда возьмем классику. Классику. Давайте. Диморфодон. Хищничек. Кого еще возьмем? Ну и птерыч. Почему бы и нет? Тоже самые старые легендарные динозавры. 600, 400, 600. Так, удары запомнил. 3 балла все равно нужно бить. Не пробили бы мы его за 2. В принципе, паразавр сейчас нам может то же самое вычудить, но... Он сменился, хотя как бы смысла ему было подменяться особого. Так. Хотя, зачем я защищаюсь? Кто знает, зачем я защищаюсь? Я не знаю. Так, хорошо, что противник нас сейчас не проатаковал, это было бы обидно. Диморфодона уже пора сливать, он свою роль выполнил. А, там у него два спинича, 23 и 22 спина раптора. Так, заболтался, не знаю, сколько баллов у паразавра осталось. Что-то мне кажется, что по нулям. Или один.
Ну давай, подменяйся. И чё? И ничего. Так, ситуация резко стала хуже, но все-таки запас 8 баллов может позволить нам что-то тут порешать. Хорошо, что это был цельненький спинотараптор, хочу назвать его. Нет, это спинораптор. Спинотараптор у нас большой, и он Jurassic World Alive. 5. Так, ну тут мы как бы должны справиться. Атака на 4 и на 2. Так, как говорится, сам себе усложнил жизнь. Вот как один вал может все изменить. Поворот не туда, как в фильме. Там не один удар надо. Вот и все. Готовенько. Так, ну и куда еще? Там я видел рядышком с тиранозавром пахика. Пахигалозавра я там видел. Вот он мне приглянулся. Давайте вот так вот. Пахик. Ну вот так. Корявая троица, но пусть будет так. Так, 800, 600. В общем-то, больно бьет карна. Капец, больно. Вот не пробью, да, наверное. А, пробил, отлично. Это был шедевральный, короче, вариант. А вот ему пробивать у меня жизни больше, чем у Карнораптора было бы. Так что здесь смена 800. Ну вот, в общем-то, за что я люблю Пахигалозавра. Люблю, короче, танков, у которых, ну, еще более-менее адекватный удар, как у легендарного. Ну это вы поняли, короче, все уже решено. Здесь накосячить просто нереально. Давай, королева чужих. У нас есть уже, да, какие в Jurassic World Alive. Это Алангазавр. Алангазавр. Аласинозавр, во. Вот так. Да, там у нас своя королева чужих, здесь у нас своя королева чужих. Все, короче, отлично. Саркозух, кстати, очень похож на существо это из Рэмпейджа. Забыл, как зовут. Ральф это был волк, Джордж это наш была горилла, а там как-то была девочка, да, крокодил была девочка, по-моему. Так, его величество, серенький Индоминус. Скушайте этого жучка навозного. А, и даже Дунки. Опять на бифштекс попался. Ладно. Ладно. Думаю, время перейти к нашему турниру. Давайте напоследочек один боёчек сделаем здесь. Если рифовую, то у нас берем пещерного. Да. Даже возьму более танкового пещерного. Он подменится на водного. Там пойдет рифовый. И... Ну вот так, давайте.
Хотя сейчас начнется чехарда. Лептоклей-то капец просто. Так, мегалодон 129-го. Атодус мегалодон. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же больно-то он бьет. Что-то как-то слишком больно бьется. Ах ты ж гад, еще один балл остался. Так, ну тут мы слились, ребята. Тут мы слились, походу. 3-2. 2 балла осталось. Атака на 1. Угу. Ну мы еще как-то живем. У него 1 балл. То есть мы это помним. 100% пробивание. И, кстати, там неправильно, да, у меня будет идти Артакон. Блин, не Артакон, думаю. Рыбешка, короче, будет идти моя. На 2. Ах, 3 балла. Ушли в никуда. А у лептоклейдушки-то у нашего жизни. Ой-ой-ой, как много. Но ему нужно бить тоже минимум 3, а у него 6. Так, ну что ты сомневаешь, что он поставит все 3 в защиту. Артакантус мой тут раненый. Ну, если он поставил... Ой, мы продули. Да, он еще и все 3 поставил. Ну ладно. Это была наша такая водная разминка. Оу, приуныло, ребёшка. Ну ничего, ничего. Сейчас мы возьмем матч-реванш. Возьму кого-то чуточку посильнее, может быть. Ну, турнир этот мне по-любому проходить надо. Так. Рифовый. Берем вот такого. Он, естественно, подменится на водного. Там встретит его Умунич. Секунду, ребята. Ой, чихну сейчас, как громко будет. Ой, в носе зачесалось. Так, давайте прикинем. Лептоклейд, он подменился на этого. На водного. Против водного у меня будет Умунич. А там будет пещера. Ну, короче, давайте, ладно, так пойдем. Ладно, не буду на этот раз тратить балл. Сделаем все по классике, без экспериментов. Пробиваем. Молодца. Так, Мегич уснул. Но у него был 1 балл, да, можно было пролететь. 3 из 4. У него 1 балл остался. Так, 1, 2, 3. 4, 4, 4, да, я его пробил. Каких-то там копеечки сверху. Так, его ход теперь. Ну, у лептоклейда слишком мало жизни, чтобы пробивать. Ну, гигантского... Да, даже не хватает ему, чтобы Артакона пробить. Ну, давайте будем фулл атака. Практически покойник. Нам нужно всего лишь 2 балла нанести. У него 6, 6, 4, 24. Пробивает.
наш Woody Woodpecker, я называю липтоклейдушку. И время выпустить Гиликуса, которого с удовольствием сожрал бы Ксифактин и потом бы умер. Кто понял, о чем речь, ставим лайк. Вот такие, в общем-то, были у нас, ребятки, дела по ходушке, да. Отличненько посражались, в общем-то, ну, а остальное я уж как-нибудь за кадром пройду. Всем пока!